Diría lo que sí. Y pues tuvo un mes. И ничего не остается, кроме жить, вместить пространство, вычитать минуты и так прощаться с близкими, как будто выходишь на площадку покурить и сочиняя мир из ничего, и став от боли даже ниже ростом, опять живешь среди чужих и взрослых, как посреди пространства своего. Где-то там, на самой глубине, за самой хрупкой, тонкой перепонкой, твоя душа испуганным ребенком уже устала плакать обо мне. И в этот сад, и в этот рай кромешный, где так легко друг друга не узнать, где никого ни после нас, ни между, я в сотый раз иду тебя искать.